21 июля в Германии многие ждали со страхом. В Берлине опасались, что после окончания техобслуживания на газопроводе «Северный поток» «Газпром» так и не возобновит поставки газа. Однако этого не произошло. Газ поступает. Правда, объемы поставок не превышают 40%, как и до начала ремонтных работ, сообщает в своем твиттере глава Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер. Если подсчитать объемы прокачки газа из Nord Stream 1 за первые 4 часа и экстраполировать их на целый день, то мы в итоге получим около 700 гигаватт час в сутки и уровень в 40%, который был и до техобслуживания. Но учитывая недостающие 60% и политическую нестабильность, пока нет оснований для спокойствия. И все же многие жители Германии вздохнули с облегчением, услышав новость о возобновлении поставок российского газа. Я рад, что газ снова поступает. В то же время я считаю, что мы как страна не должны допустить, чтобы Россия нас шантажировала. Для конечных потребителей это, конечно, хорошо. Это может положительно отразиться на ценах на газ, особенно для более бедных домохозяйств их эта новость, возможно, успокоит. Однако многое следовало сделать еще в последние годы. Сейчас совершить переход со дня на день очень сложно, с учетом перекладывания бремени на потребителей. Необходимо найти компромиссное решение, чтобы облегчить переходный период. В конечном итоге это ничего не меняет. В последние недели политики наводят такую панику. Мы и так готовимся к худшему. Что касается газа, то я совершенно спокоен. Я уже много лет отапливаю дровами, которые привожу из леса. Чхать я хотел на Путина. По мнению некоторых немецких политиков, возобновление поставок газа из России не означает, что энергетический кризис близок к завершению. Конечно, есть польза от того, что через Северный поток 1 будет поступать хоть какой-то газ, чем совсем никакого. Однако в целом ситуация практически не изменилась. 40% не хватит для того, чтобы заполнить газохранилища на зиму до необходимого уровня, не используя дополнительные источники. В данный момент газохранилища Германии заполнены примерно на 65%. Чтобы пережить зиму, необходимо заполнить их по меньшей мере до уровня 80%. А министр экономики ФРГ Роберт Хабек обвинил Россию в попытках шантажировать Европу и, в частности, Германию. Названная причина технические проблемы на самом деле имеет политическую подоплеку, а это прямая противоположность тому, чтобы быть гарантом энергетической безопасности в Европе. Наоборот, Россия все больше проявляет себя как фактор ненадежности в энергетической системе. Хабак объявил о новых мерах по обеспечению энергетической безопасности Германии на фоне сокращения поставок российского газа. Между тем, в Вашингтоне поддержали возобновление России поставок газа по Северному потоку. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что это позволит европейским странам заполнить свои газохранилища и пережить переходный период до того времени, пока они полностью избавятся от своей зависимости от российских энергоресурсов. Когда речь идет о наших партнерах в Европе, мы едины с ними в нашей приверженности делу укрепления европейской энергетической безопасности, снижения нашей коллективной зависимости от российских энергоресурсов и поддержания давления на Кремль. Накануне Еврокомиссия обнародовала план на случай полного прекращения поставок газа из России. В Брюсселе предложили сократить потребление газа на 15% за счет экономии в промышленности и среди частных потребителей. Мы должны подготовиться к возможному полному прекращению поставок российского газа. И это вполне вероятный сценарий. Как мы уже видели в прошлом, Россия намеренно пытается оказать на нас давление, сокращая поставки газа. Между тем, в Испании уже заявили, что не поддержат предложение ЕС о сокращении потребления газа на 15%.